В Турции земля очень полезная, друзья. Очень полезная земля и очень разнообразная. Что посадите, сразу растет, друзья. Это зависит, конечно, от климата. Даже человек может посадить, человек тоже растет. Потому что здесь климат, море, солнце и вот этот свежий воздух совсем другие, не как другие страны. Турция – это уникальная страна. Турция – это просто демократическая и современная страна, друзья. Турция – это совсем другая страна, друзья. Даже здесь тоже люди другие. Почему? Потому что из-за климата. Какой климат, такая мы. Я так считаю. Какая погода, такая у нас психология. И какой воздух, какое море, какое солнце, и такой мы. Нас просто, как правильно сказать, управляет, либо формулируется наш характер, это наш климат, друзья. Так что, поэтому вот, как-то я в Москве жил, люди там более злые, более не улыбаются, друг друга смотрят очень странно, не хотят общаться, я холодный немножко. Это особенно как-то центр Москвы, как-то метро едет, друг друга не хотят посмотреть. Поэтому здесь совсем другая атмосфера. Вы не сравниваете просто как-то другие страны были и здесь. Здесь совсем другой атмосфер. Поэтому вам добро пожаловать в Турцию, друзья. Добро пожаловать в Алании. Сегодня с вами район Махмутлар. Давно здесь, в этом районе, не были, друзья. Махмутлар 300 метров до моря. Это центр Махмутлар. Рядом есть Микрос, торговый центр. Рядом есть аптека, поликлиник. И каждый субботу рядом базар натуральный, свежий. Овощи, фрукты продаются возле нашего забора, друзья, здесь рядом. Так что, как у вас настроение, как у вас молодая жизнь, если есть у вас какой-то комментарий, свои мнения про нас, про жизнь, про себя, пишите. Я очень хочу с вами пообщаться, друзья, давно не общались, потому что я в Мерсине был, недавно приехал. Мерсине и Алания друг друга самом деле недалеко. Много людей думают, что так далеко. Нет, просто недалеко. Они очень близки друг к другу. Просто вам нужно знать информацию, друзья. Много блогеры неправда говорят. Много людей неправильной информации показывают, рассказывают. Поэтому, если вам именно такой искренний, такой правда, информация нужна, можете ко мне обращаться, я всегда с вами на связи, хорошо? Как местный человек, я могу вам все рассказывать. Сейчас у нас на 9 этаже здесь с вами будет одна большая квартира, друзья, 2+1, 120 квадратный метр на 9 этаже. Продаются с мебелью, с бытовой техникой, но изначально хочу с вами поделиться вот этой полезной информацией, друзья, полезной информацией. В Узбекистане будем, Ташкенте будем, потом Казахстане будем, Алматы будем, Астане будем. Между прочим, еще, насколько правда я не знаю, название меняли, да, опять. Теперь тоже Астана, раньше Нур-Султан был, Астана, сейчас снова Астана делали, из-за чего не знаю, занятий нету, наверное, у людей, да? Астана будем, Нур-Султане, друзья, будем, еще Алматы будем. Если вы хотите с нами встретиться и поговорить индивидуально, друзья, можем с вами индивидуально встретиться и поговорить. Сначала в Узбекистане, Ташкенте будем, 8, 9, 10, 11, 12 ноября будем. Ташкенте, Узбекистане будем, узбекский плов будем попробовать, потом прилетаем, несколько дней здесь будем, потом улетаем обратно
Казахстане, Астана, Алматы будем. Так что пишите заранее для индивидуальной встречи, друзья. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я это знаю. Так что, друзья, здесь очень хорошая жизнь. Здесь, я не знаю, Турция, это, наверное, как немцы говорят, немножко это правда, да? Немцы здесь, которые живут, они говорят, что Бог вас больше любит. Про нас говорят немцы говорят. Это очень интересный разговор. Бог вас больше любит. Почему? Потому что здесь они приезжают из Германии, смотрят вот эта красота, вот эта жизнь, и либо завидуют, либо из это розовый зависть. Просто они говорят, что Бог вас больше любит. Так что давайте теперь поднимаемся, посмотрим, что нас на 9-м этаже ждет. И параллельно не забудьте подписываться на наш канал в Ютубе, хорошо? И параллельно еще у нас есть Телеграм, друзья. Если есть у вас Телеграм, Арба Томс, Телеграм тоже может подписываться. Инстаграм тоже Арба Томс. Мы везде, короче. Давайте теперь поднимаемся на 9-м этаже. Короче, друзья, мы с вами поднимали на 9-м этаже такой длинный широкий коридор. Сразу нас встречает вот эта красота, друзья. Действительно, очень красивый. Вот эта аура, домашняя атмосфера, мне очень понравилась. 300 турецких лир айдат. Еще айдат можно тоже называть. 180 тысяч евро, 2+1, друзья. Спальная комната, и там зал, кухня вместе, здесь шкаф. Откуда начнем, друзья? Давайте в этот раз немножко по-другому обзор делаем. Начинаем туалет. Туалетом начнем. Потому что для меня туалет очень важный, самом деле, друзья. Как-то я за границей, отель, в первую очередь туалет смотрю. Потому что мы здесь кайфоваем, правильно? И еще идем вот ламинат везде. Вот это ламинат. О, очень качество. Мне кажется, вот это качество надо потрогать, пощупить. Очень красивый. Мне нравится. С мебелью, с бытовой техникой продаются. Вид на гору, кусочек моря, друзья. Зеркальная шкаф. Зеркальная. Мне кажется, это неудобно, да? Иногда шкаф не порядок нету. Это все видно будет как-то. Гости, друзья, перейдут, но они не заходят туда, но все равно, мне кажется, нужно вот такой закрытый, либо совсем зеркало нужно, она немножко прозрачна, видно там, что там есть, трусы, мурусы, ваши личные вещи, все видно будет, короче. И здесь тоже окно, просто оно закрыто. Я вам самое главное хочу показывать гору через балкон и... Очень красивый кровать, правда? Приятно, приятно. Как-то трогаете, как-то красивые вещи. Всегда надо потрогать. Красота всегда надо потрогать, правда? И здесь тоже такое обуе. Красота. Мне нравится вот такое обуе. И здесь вот это. Ой, красота надо всегда трогать. Как-то мы женимся, тоже друг друга... Трогаем, правда, друзья? Сначала трогаем, потом женимся. Не сразу женимся, правильно? Поэтому недвижимость тоже так же, как жена муж. Надо потрогать. Красивее. Вот это декорация, аксессуары и картинка красивее. Вот это тоже красивее. Все это деньги. Так, осторожно. И здесь
радитейский санузел. Вот такой радитейский санузел. Это шкаф и зеркало. Шкаф. Еще идем. Здесь балкон. Балкон. Это где родительские комнаты? Здесь балкон. Вот такой балкон. Вид на гору. Красота. Я люблю гору. Огромный большой балкон, друзья. 180 тысяч евро. Где мы были с вами? Вот там были. Немножко погуляли вместе с вами. Теперь балкон угловой. Еще расположение очень хорошо. Вот это север. Вот это все угловой. Юг, запад, запад, север, юг, запад. Очень хорошее расположение. Так что, и, конечно, еще занавес тоже красивый, да? Мне нравится вот этот занавес, качество, посмотрите. Короче, качество, я люблю качество вещи. Очень красивее, очень удобно здесь вот таком красота жить. Мне кажется, вам тоже понравилось. Если вам понравилось, друзья, не жадничайте, ставьте лайк. Хорошо? Ставьте лайк. Не жадничайте, потому что нам тоже надо знать, кому-то нравится или кому-то не нравится. Точно эта квартира стоит 180 тысяч евро, друзья. Теперь вот это детская комната. Два отдельных кровать. Посмотрите, два отдельных кровать. Здесь панорамное окно. Молодец. Молодец. Короче, это еще без монтажа, друзья. Без монтажа снимаем телефоном. Вот телефоном снимаю. Без монтажа. Вы не подумайте, что здесь какой-то краска монтаж есть. Никакой монтаж нету. Просто это как есть, так снимаем. Так что, поэтому красота. Видите, все детали продуманы здесь. Ламинат красивый, мне тоже нравится. Вот, вот это декорация, вот это аксессуары. Короче, короче, красота. Теперь самый главный зал кухни. Видите, возле выхода есть шкаф. Вот это. Видите, все, вот такой деталь, все подходит друг друга. Свет, аксессуары, все подходит друг друга. Молодец, да, турки умеют дизайн делать, турки умеют строить, турки умеют все вам показывать. Вот такой зал вместе с кухней. Вот это зал вместе с кухней. Мне очень понравилось, в самом деле, друзья, красота. Именно я сам своими руками снимаю, показываю вам, чтобы у вас все понятно было. Хорошо, здесь тоже есть вот такое окно. Много окно, поэтому светлая квартира. Много окно, поэтому светлая квартира. Давай еще. Вот, вот это место, красота. Лай, 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 бен, гюнеш, сенай. Красота. Приятно, приятно. И здесь еще. Ой, господи, вот такие аксессуары тоже, они недешево, дорогие. Недешево, точно, друзья. Телевизор тоже есть, слава богу. Обычно телевизор не поставить хозяин, почему-то не знаю, но здесь есть. Видите? Я вам все детали показываю, чтобы у вас все представление было. Еще, конечно, хочется с вами немножко побольше поболтать, общаться. Давайте, теперь главный балкон, который, как турки любят балконы время проводить, да? Вот, вот такой, там кран есть. Это вторичное жилье, друзья. Вот ваш вид открыт, никогда ничего не будет, потому что уже все, пустой земельный участок нету. Там север, запад и здесь Средиземное море. Вот, 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 вот там Средиземное море. 300 метров. Вот здесь вот эта крыша, это Мигрос. Здесь вот эта дорога, вот эта дорога. Субботний базар. Каждую субботу здесь фермерский рынок. Вот такой угловой, огромный, большой
балкон, друзья. Мы с вами там были. Вот там, вот этом балконе, где спальня комната. Видите, это пол этажа. Каждый этаж 2 квартира, 300 турецких лир. Айдат, друзья. Вот в таком виде она на продаже, друзья. На продаже вот в таком виде. Даже вот мебель новая, коробка поставили туда. Это от мебели. И внизу вот такая инфраструктура ваша. Короче, друзья, сегодня понедельник, начале недели. Всем желаю удачного, счастливой недели, друзья. Как начинаете, так будет продолжать, друзья. Поэтому сегодня утром я еще одна книга читал. Немножко читаю каждый день. Негативы вообще болезнь, говорят. Там пишется, пишут негатив. Убирать надо о себе. Я скоро буду озвучить три мой опыт, что от себя можно убирать. Три пункта есть от себя, что можно убирать. Три пункта скоро в следующем видеоролике я вам озвучу. Друзья, это очень важно на самом деле. Так что находитесь на нашем канале, канал Арбатом. С вами, друзья. Напоминаю, если вы еще... Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписываемся, друзья. Подписываемся на наш канал в YouTube, чтобы каждый день получить интересное, хорошее видео, ролик. Еще в Узбекистане, Ташкенте будем в начале ноября. Ноябрь скоро будем, совсем скоро. Если вы хотите с нами встретиться и поговорить, как можно правильно жить, в Турции, именно в городе и Алане, и в Мерсине, друзья. Мы здесь недвижимость не продаем. Про меня, мне не называйте, что я риэлтор. Я не риэлтор, я консультант, друзья. Я вашу жизнь меняю в хорошую сторону здесь. Как турецкий консультант, как местный человек, я вашу жизнь меняю в хорошую сторону, друзья. Поэтому риэлтор совсем другой вещь. Продает... Показывает, продает, до свидания. Я не риэлтор. Я вашу жизнь здесь меняю в хорошую сторону. Предлагаю вам счастье, здоровье, как правильно жить здесь именно. Хорошо? Поэтому пишите, звоните, если вам нужна какая-то информация про турецкий жизнь, друзья. Еще раз вам хочу сказать, друзья, что мы сегодня с вами смотрели на 9 этаже район Махмутлар, где живут русскоязычные люди. 2+1 120 квадратный метр с мебелью, с бытовой техникой на 9 этаже. Вид на гору, кусочек вид на море. И очень хорошее расположение юг, запад и север, друзья, очень хорошее расположение. Мне очень нравится вот эта угловая квартира в секторе. И перед открыто никак-то не закрывается, потому что какой-то пустой земельный участок нету здесь. Поэтому очень хорошо. Если вам нужно просто онлайн показ, друзья, онлайн показывать, можете через WhatsApp ко мне обращаться. Под видео есть мои контакты. Пишите, звоните через WhatsApp, мы вам покажем онлайн, просто онлайн, индивидуальный, хорошо? Так что пишите, звоните. Еще раз напоминаю, 180 тысяч евро, это квартира, вот эта красота, и 300 турецких лир, айдат на 9 этаже, друзья. Я считаю, что очень хорошая цена для такого расположения, для такой мебели. Очень красивая, правда? Эта мебель не дешево. Видно, что не дешево. Очень дорогие мебель. Мне очень нравится климат. Самое главное, вы здесь недвижимость не покупаете. Вы здесь для себя солнце, море, климат, свежий воздух, свежие натуральные овощи, фрукты покупаете. Вы недвижимость здесь не покупаете. Поэтому вот здесь южную сторону, юг, солнце на меня смотрит. Вот солнце. Солнце покупаете и покупаете себе вид на гору, вот эту гору, вид, красота, чтобы ваши глаза радовался. Это очень важно. Вот это свежий воздух покупайте здесь, поверьте мне. Вы вот это бетон,
Вот это бетон. Вот это бетон не покупает. Это в Москве тоже есть. И есть Алматы, есть Нур-Султане. Тоже везде вот это бетон есть. Вы здесь жизнь себе дарите, друзья. Всем удачи. Берегите себе. Я вас очень люблю и уважайте. Вы тоже себе любите, уважайте. Потому что все начинается от себе, друзья. Пока-пока.